Головокружительный роман ожидает в середине весны представителей некоторых знаков зодиака. Кому же повезет повстречать свое счастье? Первый знак зодиака – Овен. Уже в первые апрельские дни овнов ждут интересные знакомства, обещающие приятное общение. И один из собеседников непременно окажется той самой родной душой, с которой впоследствии получится построить гармоничные отношения. Овнам, которые давно обзавелись семьей, следует освежить чувства, наполнить их большим доверием. Рекомендуется проявлять инициативу, занять активную позицию. Второй знак зодиака – близнецы. Снизив требования к потенциальному партнеру, близнецам, наконец, удастся встретить свою половинку. Астрологи прогнозируют отличный союз. Однако предупреждают, не стоит полагаться на сайты знакомств, чтобы избежать разочарования. Лучше быть среди людей, ходить в музей, на концерты и в кино. Не стоит поддаваться соблазну закрутить служебный роман. Это не сулит ничего хорошего. Третий знак зодиака – Козерог. Козерогам, как и близнецам, не рекомендуется вести отшельнический образ жизни, сидя дома перед телевизором. Именно апрель предвещает невероятное знакомство, которое может перерасти в нежное чувство. Но для этого нужно набраться решительности, не ждать действий от объекта симпатии, а самим проявлять активность. Семейным козерогам, возможно, придется делать непростой выбор – разорвать отношения и вступить в новые, или попытаться возродить прежние чувства. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту тройку знаков зодиака, которых ждет головокружительный роман в апреле? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!